Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня вы на канале Женя Кавказ. И я придумал для вас новое видео, новый контент. Сегодня я буду коптить аж две курицы. Коптить две курицы в нашей новой коптилке. Друзья, вот смотрите. Я ее приготовил. Чуть-чуть приболел. Ничего страшного. Я обязан для вас сделать новый контент. Так как подписываются на меня еще другие люди, поэтому нужно и им сделать контент, а и вам, которые старые, вы мои подписчики, преданные. Начнем. Я вот открыл. Сейчас. Открыл. Вот сейчас положим. У меня есть решетки. Сейчас положим, разожгем костер. Принесу мясо и расскажу вам рецепт, как я сделал. Рецепт для того, чтобы закоптить курицу. Сейчас я вам все принесу и под решетки. Они черненькие, ну, мы их отмываем все время, но постоянно вот это делать приходится, потому что мы вот так вот ставим ее здесь, одну, вот так, все, чтобы вот закрылось. А, это я не ту принес, извините, дорогие друзья, сейчас поменьше. Я не нашел. Но нам и одной достаточно. Смотрите, она большая у нас. Поэтому две курицы на нее поместятся, думаю. Тут у нас есть заслонка. Сейчас я вам покажу заслонку. Вот. Мы ее так раз открыли. Все. Мангал, так как нам не нужен, я его не разлаживаю. Сейчас принесу дрова. Посмотрим уже. Разгорится. Ну, будьте с нами, во всяком случае. Я думаю, я даже нашел вещь, которую я искал. Это решетка маленькая, друзья. Это дополнение к решетке большой. Смотрите. Ставим. Но, правда, не так ставится. Она ставится вот так вот. По-другому. Вот. И она чуть-чуть идет ниже, друзья. Она идет ниже, но идет в конце. А это вот идет выше, но впереди. Ну, я думаю, вы поняли наш смысл и нашу логику, друзья. Поняли, да? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас я возьму мясо, принесу, покажу, как я его замариновал. Я думаю, это стабильный рецепт. Соль, вода, там, на литр воды 4 столовых ложки соли. Это стабильный рецепт для того, чтобы коптить мясо. Ну и держим его сутки в таком рассоле, для того, чтобы она... И можно проколоть ножом в некоторых местах, чтобы вода прошла в мясо, чтобы было... Больше вкуса, насыщеннее вкус был. Ничего страшного, друзья. Все. Идем, короче, мы прямым ходом в дом. А вы еще раз, я вам даю 3 секунды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, это, конечно, не за 3 секунды. За 3 секунды подпишитесь на канал. Я считаю, 1, 2, 3, друзья, ну ладно, я даю вам еще 2 секунды. 4, 5. Ну все, вы должны были подписаться уже за столько времени. Ну и лайк поставить. Ну, даю вам 2 секундочки. 1 и 2, друзья, все. Я думаю, вы подписались, поставили лайк. Ну, поспешите, спуститесь вниз, напишите комментарий, что нам дальше надо делать. Что нам еще, ну... записать. Включилось. Это вот как скутер наш, как красная кнопочка подписаться. Вы на нее нажимаете, и она становится серой, как вот эта вот часть скутера. Ну, я думаю, вы поняли. Красную кнопочку нажимаем, она становится серой. Все, давайте, друзья, давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Я пройду, проверю. Подпишусь взаимно на того, кто подпишется в течение 4 секунд, которых я сказал. Отметьтесь. Мясо. Сейчас пойду за стол и покажу вам. Смотрите. Я вам сейчас покажу. Контейнер вон. Я на самом деле добавлял воды 5 литров. Этот целый контейнер на 10 литров воды. Я добавил половину. 5 литров. На 5 литров воды я высыпал... Ну, еще на 1 литр воды 4 столовых ложки. Посчитайте вот сами. Это будет вам загадка. Открываем. Ну, у нас соль была необычная, а... Как сказать, это я уже не помню. Адыгейская. Во, адыгейская соль. Вот. Курица у нас идет, ну... Вся промаринованная, видите, даже внизу. Внизу, внутри. Я сделал проколы, друзья, чтобы курица внутри тоже сделалась. Ну, их две, вот, смотрите, их две. Они практически одинаковые. Одна побольше, другая поменьше. Но мы их еще чуть-чуть опускаем, так как у нас еще ничего не готово. Мы их берем, опускаем, вот так, раз. Ну, и думаю, закрываем пока что. Закрываем, раз. Все, оставили. Теперь, друзья, мы идем к мангалу. Так как он у нас готов, я еще раз повторюсь, вот, он готовый. Так, делаешь? Вот так. Раз. Это все туда уходит вниз. Все. Ручки сейчас помоем. Ну что у нас, вот смотрите, какой краник есть. Папа у нас мастерил новый. Тут у нас кнопочка. Раз. Открыли. Смотрите сейчас. Смотрите, какой кран. Ну, впрочем, кран переключается на лейку. У нас лейка есть. Ну, ничего. Вот у нас тут как посудомойка, знаете, видите. Раз, переключились, руки помыли. Раз и выключили. Все. Идем за дровами. Дрова там в конце. Принесли дрова. Мы сейчас их начнем складывать. Складываем. Оп. Оп. Вот так. Сейчас сюда еще одну дровишку принесу. И все, и буду разжигать. Идем за дровами. Прошли за дровами. Сначала у нас идут обычные дрова, чтобы раскочегарить нашу коптилку. Потом уже я буду использовать дрова из деревьев фруктовых. Фруктовых деревьев. Я думаю, такое полено нам достаточно будет. Вот смотрите, вот фруктовые деревья. Потом я буду класть по одной, так по две, и закрою заслонку. И тем самым она будет дымить, и такой будет вкусный запах у нее будет идти, вот аромат от этого дерева самого. Ну все, покажем, расскажем. Идем с буратино. Идем мы с буратино, ложим его в мангал. Берем все за крючок. Тут открываем вот так полностью. Сейчас мы будем вычищать его, этот старый пепел, и уносить его к маме в огород. Для того, чтобы она его смогла потом использовать по назначению. Я не стал вам показывать, как я выношу пепел, потому что одной рукой надо было держать саму метелочку маленькую, специальную. А другой рукой держать вот этот совок. Мы его вот сюда вот, на кучку нашу. Вот так раз. Все. Идемте обратно. Сейчас придем и начнем уже разжигать. Возьму горелку, возьму спички, зажигалочку. И начнем разжигать. Если что,
Это делают профессионалы, друзья. Кто это делать не умеет, со спичками, думаю, играться не стоит. Потому что, тем более дома. Я делаю это все на улице, в благоприятных условиях. На улице погода отличная, солнце. Ветерочек маленький, хотя бы для того, чтобы продувало. Ну, если меня смотрит кто-то, я так думаю, из детей, думаю, родители будут против ваших отношений с спичками, друзья. Тем более зажигалками. Это очень опасно, и делают это все профессионалы. Так что, будьте с нами. Тут чуть-чуть прикрываем, потому что, чтобы мангал согрелся, ну, как бы прогрелся. Так как у нас определенное количество дров с вами, я опять же не стал показывать, как я зажигал горелку, потому что это неудобно. Мне нужны были, вот, смотрите, экстренное включение. У нас все в дыму, смотрите, смотрите. Так что так, друзья. Наверное, чуть-чуть еще откроем вот так. Все. Друзья, мы включили. Я думаю, как раз горится, и я поставлю мясо, мы включимся с вами. Пошел уже огонь. И можно закрывать вот так. Сейчас мы поставим с вами вот такую подставочку специальную, которую мы придумали. Она в форме вот так вот. И она открывает, ну, как бы дает еще маленький такой... Щелочку такую маленькую для того, чтобы огню было где брать воздух. Так что, так, друзья, мы, наверное, вытащим пока вот эти. Ай, она уже горячая, смотрите. Вытащим, чтобы они не потемнели заранее. Вот, все. Чтобы они не потемнели заранее. Чтобы на курице не были черных пятен от того, чтобы от того, что потемнела решеточка. Но она уже, кстати, горячая. Сейчас только прогорят наши дрова, и сразу возьмем пару таких смачных дровишек для коптилки. Ну, то есть фруктовых деревьев. Жарко. Однако, я вроде бы ушел от дыма, поэтому ничего страшного, давайте лайк, подписка, обязательно. Нам нужны идеи для новых роликов. Вот я беру, начал брать пару дровишек, ну, я их положу сразу рядом заранее, для того, чтобы потом не бегать никуда. А так как нам понадобится много, так я беру вот сразу вот, сколько тут у нас? 4, ну одна маленькая, 3. 3,5. Берем дров и несем к нашей коптилке, друзья. Курицы наши почти готовы, но они как раз еще чуть-чуть замаринуются, пока будет в коптилке хорошая температура. Так что, друзья, еще раз говорю, нам нужны вы, и подписывайтесь на канал, пожалуйста, продвигайте канал там в инстаграмах, это будет несложно для вас. Я понимаю, что у вас у каждого есть свой инстаграм и друзья, понимаете, ну, и мы будем потом в инстаграм вылаживать свои... ну, отрезки от роликов, вырезки хороших моментов, смешных. Так что, ну, думаю, ничего страшного.
вам приятно, ой, нам приятно, а вам не сложно, как говорится. Так что давайте сделаем наш канал самым популярным из каналов еды. Ведь мы очень стараемся на самом деле. Мы берем всякие новые рецепты, мы берем все новые идеи для роликов, для того, чтобы... Ну почему они так долго не выпускаются? А потому что мы ищем новый рецепт. Новый рецепт для того, чтобы показать вам, для того, чтобы вы посмотрели. Ну и поставили лайк, конечно. Ну что ж, мы ищем. Очень много ищем. Мы даже вот сегодня папа пошел, поехал искать там какой-то новый рецепт. Он мне не сказал. Сказал, что потом приедет и расскажет. А ты, говорит, пока снимай видео. Я говорю, ну ладно, ладно, папа, давай. Все, и на этом закончилось. Вот смотрите, как идет продвижение. Костер горит, все. Будем пока прощаться. Ненадолго. Для вас пройдет секунда, а для меня пройдет, ну, минут 15 точно. Так что давайте, друзья, лайк влепите, колокольчик поставьте, подпишитесь на канал. Я думаю, мы с вами сработаемся. 100%. Давайте, друзья. Не только подписывайтесь на канал, но и ставьте лайк и комментарии пишите. Ведь нам же нужно как-то узнать, что нам снимать дальше. Вот смотрите, как костер пошел. Я прикрою вот так. Раз, ногой. Ногой прикрою. Ладно, он открывается. Вот так сделаю. Вот так сделаю. Все. Друзья. Наша коптилка готова. Как видите, там уже угли. Ровно столько, сколько надо. Мы берем, закрываем вот эту штучку вот так полностью, чтобы там не произошло никаких конфузов. Берем вот так вот ее чуть-чуть открываем. Берем одну нашу вот эту штучку и тоже закрываем ее. Естественно. Вот так. Закрыли. Все. Теперь берем, так как ручка горячая, чтобы под рукой было, тем открываем. Берем, открыли ее. Пока убираем. Ставим. Нам достаточно всего одной. Вот это, вот этой зацепилась, блин. Всего одной вот этой штучки. Ставим вот так. Все, поставили. Даем пока вот, чтобы закрылся. Вот так раз, закрыли. Все. Сейчас пойдет дым. Я уже его вижу, кстати. Я его уже вижу, я принес кур. Сейчас начнем ставить. Ой. Очень горячая и очень, кстати, вкусно пахнет. Очень, правда. Берем. Их сливаем. Сливаем. И берем вот так вот. Их ставим. Вот так. Вторую то же самое. Вот так вот. Берем их. Ставим, друзья мои, вот так. Все, и сразу раз мигом и закрыли. Все. Теперь ждем, как говорится, ждем. Ждем и еще раз ждем. Включаем, идем наш кран. Очищаем наши пальцы. Все. Сейчас я принесу сюда нашу. Даем пока вот, чтобы закрылся. Вот так раз, закрыли. Все. Сейчас пойдет дым. Я уже его вижу, кстати. Я его уже вижу, я принес кур. Сейчас начнем ставить.
очень горячая и очень, кстати, вкусно пахнет, очень, правда. Берем их, сливаем, сливаем. И берем вот так вот, их ставим, вот так. Вторую то же самое. Вот так вот. Берем их, ставим, друзья мои, вот так. Все, и сразу, раз, мигом, и закрыли. Все, теперь ждем, как говорится, ждем, ждем и еще раз ждем. Включаем, идем наш кран. Очищаем наш пальцы. Все. Сейчас я принесу сюда нашу. Все помыли. Я помыл. Поставил сушиться. Поставил сушиться. Крышку тоже. Это мы поставим на место. Снова с вами. Я снова с вами. И давай посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, давайте открываем. Вау! Вы просто посмотрите на это чудо природы. Внутри каким, даже внутри сок даже был. Ну, вроде как кожа застыла. Даю вам шанс посмотреть и сказать вау. Кожа, кожа, мясо беленькое. Но нужно еще их потомить, еще надо потомить. Пускай лучше будут готовы, чем не готовы, правильно? Все правильно, давайте. Удачи, встретимся еще через секунду. Давайте проверим курицу нашу. Что же она там? Вроде дымится, все нормально, да? Давайте посмотрим, что с ней произошло. Вот. Смотрите, какая красота. Во-первых, корочка. Корочка, класс получилось. Все застыло. Мягкая. Мягкая даже. Очень. Ну пускай тогда догорают у нас дровики. И все. И я буду с вами пробовать и с вами прощаться буду. Пока еще раз прощаемся на одну секунду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья. 3 секундочки. Короче. Как я и говорил, мы встретились через секунду вашего времени. И я уже все приготовилось у нас и все принес я. Вот смотрите. Две курочки. Курочки, смотрите. Золотистого цвета. Все красивые, все вот нарядный, как говорится. Возьмем сейчас ножичек. С вами возьмем ножик. И отрежем кусочек курочки с вами. Отрежем. Как вы видите, смотрите, мяско белое. Прям сочно, хорошо. Даже сочное, кстати, да, мясо сочное. Мясо сочное. Прям классно получилось. Класс. Благодаря вам.
Я делаю такие видео и стараюсь для вас. Только благодаря вам, больше никому. Ну что, мы попробовали. Я даже еще кусочек попробую. Класс. Мы попробовали одну из них. Ну, та же самая будет и вторая курица. Потому что она чуть-чуть поменьше. Очень вкусно. Рецепт огонь. Ну просто, ну огонь. Вот смотрите мясо, разрез мяса просто, вот посмотрите. Класс. Ну класс же. Приготовилось все вот. Даже вот, ну внутри то же самое будет. Я кожу просто не хочу снимать вам. Ну вот тут я кожу снял. Где, это только где я отрезал. Ну вот смотрите, какая она. Цвет какой у нее. Золотистый. Правильно. Ну вот. Пользуйтесь рецептом, друзья. На 1 литр воды 4 ложки соли. Кто-то с лимончиком может. Кто-то вот на хлебушек, знаете. Ну, вот как в магазине берете фасованную. Так вот это 100 раз лучше. Потому что это своя, родная. Ты ее сам приготовил. А там не знаешь, что в нее добавляют. Понимаете? А тут всего соль и вода. Смотрите, какая вкуснота. Просто вот разрез. Смотрите, вот разрез. Вот разрез. Все, давай. Будем прощаться с вами. Курицу приготовили, все на месте, как бы разрез, красота, лайк с вас. Можете тоже повторить, у кого есть, ну, коптилка, вполне, если не знали рецептов. Так что будем с вами прощаться. Поставьте лайк, друзья, этому видеоролику. Потом подпишитесь на канал и поставьте топовый комментарий. Давайте, 5 секунд, давайте. В течение 5 секунд я вам даю, чтобы вы это все сделали. Подписка на канал с колокольчиком. И третье, это написать комментарий. Все, давайте, друзья. Не буду вас задерживать. До свидания.